Никогда такого не было. А сейчас прихожу, Мирка на меня лает, кричит. Лирик тоже. Я достал камеру. Лирик, ну-ка, Лирик. Это они меня поздравляют с праздником. Лирок, ну скажи два слова. Стесняется он. На Марсика оглядывается. А Мирка бежит, лает, думает, да что случилось? Обычно она тихо меня встречает. Неужели они чувствуют, что у хозяина праздник? И надо его как-то поздравить, а? А Лирик вообще отключился. Он прям вау-вау. Аж взвизгнул несколько раз. Мирка! Кстати, Лирочек, тебя тоже. С днем защитника. Ты у нас защитник дома. А ты защитник кого? Мирку защищаешь. Все защитники. Лирик. Ну, проедь. На попе. Ну что, спасибо за поздравления. Я всех тоже поздравляю. Вот. Машу шляпой. Ну что, в честь праздника пойдем? Пошли? Пойдем. Угощу вас. Пошли. Ну где вы? Есть у нас там вкусняшки. А Мирка, она через этот барьер. Для кого я эту загородку делал? Пошли. Прошу, Марсик. Прошу. Они будут через дырку заходить. Им дверь не нужна. Папа. Так. Вот они, наши вкусняшки. Всех вас с праздником. А Мирке, наверное, не буду давать. Она же женщина. Ну, а Марсик, тебя. Лирик. Ну, ты ночью гавкаешь иногда. Вчера пришел кто-то. На, тебе тоже. Ты командирша у нас. Стучит в ворота, а он лает. Я выхожу, ты чего лаешь? Слышу, тук-тук-тук. А это сосед пришел. Ну, вот тебе. Опа. Ну что? Масик уже он. Гематома уходит. Тебя к врачу надо вести. На уколчик, он же говорил. На. Так, все, всех поздравил. Марсюха, поехали. Михаил Петрович. Марсик. Пошли. Поехали. Для кого этот заборчик делал? Марсик. Там Марсюшка. Поехали кататься. Кататься поедешь? В честь праздника тебе укол. Так, а ты оставайся тут. Ну что, земляне, мы поехали к Михаилу Петровичу, а вас всех с праздником.